Пришло время взрослеть, решили создатели новый Honda Accord. Популярная модель выросла в длину на 6 сантиметров, а в ширину на целых 8. Машина остановилась буквально в шаге перед выходом в следующий класс. В России начались продажи Honda Accord 8-го поколения. Обсудить машину мы решили с группой премьер-министр. Привет. Привет. Всем привет. Она стала такая более массивная. По-моему, в салоне больше места. Ну, такая покрупнее. Ну, это D-класс. Это D-класс? Был в D-классе, в D остался, но он действительно уже приближается к классу E. Вот еще на прошлой модели были очень высокие двери и маленькие окна. Все говорили, что это там типа круто, это дизайн Honda, специально это новое слово в дизайне. А в этой модели уже отказались от этого. Здесь больше окна и двери стали пониже. Может быть, за счет того, что увеличили обзорность. Потому что машина, насколько мне показалось, больше для драйверов сделана. А спереди автомобиль получил совершенно новую оптику. Извините, что я так казенно выражаюсь, но фары стали совершенно другие. Посмотри, форма неописуемая. На прошлом Аккорде были попроще, как думаешь? Ну, преемственность модели все равно осталась. Они, наверное, вот новый дизайн пропагандируют Honda. Вот этот космос немножко добавило. Он поменялся, но опять остается узнаваемым. То есть и спереди, если мы говорим сейчас про перед, есть узнаваемые черты. То есть ты сразу безошибочно, даже не сильно разбираясь в машине, скажешь, о, это Аккорд. Те, кто покупают Хонду, они знают, на что они идут. Поклонники чисто хондовские. Потому что если взять европейцев, там можно сказать, я люблю комфорт, я люблю Мерседес. Я люблю драйверские какие-то способности машины, я люблю BMW. А если японцы, то обязательно, кто любит крутить баранку, побыстрее добираться в пробках, тот, конечно, выбирает Honda. О Honda можно говорить часами, но пока ты не порулишь ее, ничего не поймешь. Кто поедет? Аккорд в России – это бензиновый седан. Именно таким видят его большинство российских покупателей. Двигателей два – двухлитровый на 156 лошадиных сил и 200-сильный 2.4. Любой из моторов сочетается с автоматом или шестиступенчатой механикой. Машина такая драйверская и не самая мягкая. Уже говорили о том, что кто ценит комфорт, выбирает другие машины. А здесь... попробуй переключиться в режим спорт. Сейчас он у тебя автоматически на первой скорости. И ты можешь его докрутить тогда почти до 7000 оборотов. О, это прикольней. У меня есть ощущение безопасности в машине. Это очень большую роль играет. То есть я еду в машине и чувствую себя безопасно. Я не чувствую, что она очень легкая на дороге, что она неустойчивая. То есть я себя чувствую, как действительно, мы уже говорили сегодня, в космическом корабле, который ездит по рельсам. Это автомобиль, который отлично укомплектован. Здесь очень в базе очень много полезных вещей. Здесь есть в базе двухзонный климат-контроль, здесь есть 8 подушек безопасности, здесь кожаный салон. Ну вот Слава вошел в кураж, конечно, это понятно все. Небольшое разочарование – монохромный дисплей. На его место явно просится более крупный цветной экран. В остальном Аккорд оставил самые благоприятные впечатления. Технологичный автомобиль с великолепным шасси и хорошим мотором. А его очертания не затеряются в городском потоке.